В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне глава района Адам Джарим продолжает вручать юбилейные медали. В станице Северской проживает Пелагея Нестеровна Шкуратова. В годы войны она была санитаркой полевого передвижного госпиталя на Белорусском фронте. Благодаря вам и тысячам, миллионам людей, которые завоевали нам победу, мы сегодня живем в мире и согласии. Поэтому дай Бог вам здоровья, благополучия. Ну, а 9 мая мы ждем вас на параде. Пелагея Нестеровна поблагодарила гостей за внимание и пожелала всего самого доброго. Спасибо большое, спасибо за ваше внимание к нам. Спасибо, и дай Бог, чтобы вы не встретили то, что нам пришлось пережить. Спасибо. Юбилейную медаль из рук районного руководителя получила Любовь Митрофановна Букач, труженица тыла. Дай Бог вам здоровья и благополучия. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Помимо юбилейных медалей, ветеранов ожидал музыкальный подарок от творческого коллектива Северского дома культуры.